На встрече с руководителем региона Николай Шварцман рассказал, что согласен со всеми замечаниями к своей работе, которые были озвучены накануне после рабочего объезда по городу, и разделяет мнение исполняющего обязанности губернатора о необходимости кадрового обновления. Вениамин Кондратьев принял заявление об увольнении от главы муниципалитета. Кто станет преемником, пока не сообщается. Добавлю, что горячий ключ Николай Шварцман возглавлял чуть больше 20 лет.